Женщины. Да, заново. Шоу. Слышите, если... Нет, не удобно. Само снимает, да? Да, само снимает. Мне нафига ты даже не надо. И сейчас голову дыц, ну чтобы выиграть красиво. Я не знаю, как бы. Чтоб сомнений не было, как бы. Мы-то знаем, как бы все как бы. Нельзя сидеть, когда в трамвае кто-то. Здесь надо выходить, выносить сразу же, короче, без сожаления, блин. Чтобы Масаями, короче, не было стыдно, чтобы он там не переворачивался 10 раз вообще. То есть, как бы, видишь, вот. Вот, видишь, вот. А надо было второй дым и второй сразу же дважды, бля, пробить. И он красиво упал бы, короче, и наши победили бы. А то, что мы знаем, что он лучше, все остальные как бы знают, что он лучше, как бы, но они будут давать только по результату. Результат как бы вот сейчас только вот за Алиби. Все, ну, то есть все. У нас другого. Ну, как бы да. Ну и расслабляться тоже нельзя, видишь, он руки опускает. Конечно, у него растяжки нету, да, он старенький, возраст уже как бы, но все равно. В этом поведении ты можешь решить, что ты не можешь